Добрый день, друзья. Серийка котляров на Ютубе. Я вот еще хочу открыть такой альбом и буду давать приметы на каждый день. Вот есть такая книжечка у меня. Видите? Вот она. Книжечка. Так, какого же она у меня года? 1999 года. И вот я вам буду читать. Вот сейчас у нас идет март. Так вот, придет март капельник, и зима заплачет. Если март будет сухой, да мокрый май, будет каша та каравай. По холодной весне, значит, будет градобойное лето. У раннего марта апрельские проталины. Март теплом всех привечает. Три похолодания бывает весной. На птицу, когда птица пролетает. На вербу, когда верба начинает распускаться. И на черемуху, когда начинает цвести черемуха. Ну, эти приметы я знал, что как верба и черемуха, так и похолодание. Поэтому вот, чтобы и вы знали. А сегодня у нас 21 марта. Я буду вам снимать ролики каждый день на завтра. Вот сегодня я вам почитаю приметы на сегодня и на завтра. А завтра потом на послезавтра. И вот такой последовательности, ну, может кому-то и пригодится, понимаете? Вот сегодня у нас 21 марта. Лазарь. В этот день православная церковь почитает преподобных Лазаря Мурманского. День несчастливый, поэтому имейте в виду, не надо ничего планировать, чтобы избежать неприятностей. Родившимся в этот день, у кого день рождения, а в одноклассниках у меня есть друзья, которые родились 21 марта, следует носить бирюзу и соколиный глаз. Вот имейте в виду. Завтра у нас 22 марта. Леонтия и 40 мучеников. В этот день православная церковь почитает 40 святых мучеников севастийских, в том числе и Леонтия. С 22 марта день с ночью меряются. Это такие приметы. Сороки теплые, то есть завтрашний день, вот 40 мучеников, называется сороки. Сороки теплые, 40 дней будут теплыми. Холодные сороки, то есть завтрашний день, жди 40 холодных утренников. Это особенно для сельских жителей касается. Если на 40 сороков солнце в кругах, то летом будет отличный урожай. Сороки и галки прилетают в этот день к теплу. Вот посматривайте, прилетают сороки и галки, значит тепло. На сороке синица запела, значит тепло ворожит. Если насчитать 40 птичух в этот день, ну птичек имеется в виду, 40 птичек насчитать, прибудет настолько тебе здоровье и счастье. Считается, что именно в этот день возвращается на родину 40 сороков птиц. В их честь пекутся жаворонки, птички из теста с распростертыми крылышками. Головки жаворонков отдавались скотине, а туловище съедали дети. Ну, это имеется в виду не ловить жаворонков, а с теста, вот, которое вы спекли, головки надо отдавать скотине, а туловище, чтобы съедали дети. В жаворонков запекали кольцо. Какой девушке оно доставалось, той и предстояло выйти замуж. Девчонки, имейте в виду. Родившимся в этот день, то и бишь завтра, 22 марта, следует носить агат. Вот такие приметы. Всего доброго. Жду вас завтра. До свидания.